Покупая яблоки, особенно зимой, мы уже привыкли, что они должны быть красивыми и сочными. Но как производители умудряются сохранить их такими так долго? На этом предприятии реализован инвестпроект по организации фруктохранилища с общей мощностью 1200 тонн, который оснащен современным оборудованием, что позволяет хранить фрукты и овощи в свежем виде вплоть до начала весны. Конечно, надо отметить, что по программе Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан мы совместно участвуя в гранте построили фруктохранилище. Надо отметить, что в основном все холодильное оборудование настроено автоматически. Здесь автоматически регулируется влажность и также регулируется температура. То есть фактор человеческий здесь минимизирован. Объект был сдан в эксплуатацию весной этого года, и сюда уже начали поступать на первое хранение яблоки. Всего намечено заложить более 300 тонн плодов, и это только начало. В перспективе хранилище будет полностью заполнено плодоовощной продукцией как местных производителей, так и завозной в регион. Мы сегодня находимся на площадке Спока-Сулакский Кизилюртовского района, где мы говорим нашим землякам: зимой будем есть наши яблоки. Вот этот пример эффективной реализации проекта развития потребительской кооперации, когда инициатор Джабраил Магомедович успешно сумел реализовать проект, и наши жители будут такие вкусные яблоки потреблять и зимой. Пока заложено на хранение порядка 150 тонн плодов, оставшаяся часть будет поступать по мере уборки. А уже зимой заложенные на хранение яблоки поступят на рынки, причем не только на рынке нашей республики, но и других субъектов России. Зумруд Гамидова, Башир Алиев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Кизилюртовский район.